Привет, с вами Сойер, и это не совсем обычный выпуск. Сегодня я назову номинации года и подведу итоги под золотым Сойером, наградой, которую я надеюсь а, сделать ежегодной. Прежде всего хочу сказать, что не стоит воспринимать все слишком буквально и серьезно. Все награды и номинации ⁇ это всего лишь версия канала Сойер это не глобальная истина и уж точно не претендую я на мировую правоту. Если вас обижает или задевает то, что я делаю, прошу меня простить. Такой цели у меня точно не было. Прежде всего, я хочу вас поздравить с наступающим 2022 годом. Пожелать всего наилучшего. Здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, чтобы все ваши цели были достигнуты, а ваши желания сбывались. Я надеюсь, 2022 год будет в вашей жизни успешным. 2021 год был не совсем простым, но достаточно интересным. Появилось несколько интересных каналов, и я хочу отдать номинации, которые, на мой взгляд, этим каналам подходят. Кстати, не все каналы новые, это жизнь. Первую номинацию открытия года, как и в прошлом году, я решил не менять, и отдать в этом году ее каналу Олег Оз. Некоторые говорят, что это реинкарнация Сорокса, э, и может быть отчасти они правы. Канал имеет узнаваемый стиль подачи, но он хорош. Хорош в этом стиле, и на самом деле низкоуровневый контент и технически грамотный контент, который там рассказывается, достоин номинации открытия года. Канал хорошо и быстро растет, и поэтому он попадает в эту номинацию так же, как в прошлом году попал в нее Артем. Следующая номинация — это «Техничные ребята». Здесь я хочу отдать должное командам, или точнее команде ребят из канала MJC. Их много, и все они молодцы. Они делают классный технически грамотный контент, которого нет на русскоязычном YouTube точно. Ну, по крайней мере, я его не нашел. Это архитектурные вещи, например, они делали архитектурную кату, которая просто соответствует стандартам в Enterprise разработке очень и очень близко, да, то есть это практически реальная скалька с того, что происходит на архитектурных комитетах и тому подобных заседаниях. И в этом плане они молодцы, потому что они доносят правильный архитектурный взгляд на вещи. Это сложно, они не получают достаточного внимания, потому что у нас гораздо больше каналов с вебом проходят в топ, чем каналы, которые действительно э, продвигают хорошие инженерные практики. Поэтому техничные ребята я дай, отдаю MGC. Они молодцы. Следующая номинация — это «Железо рулит», и это не про качков. А в этой номинации я хочу поздравить и наградить канал А. Галилов. Это канал Александра, который просто поразил меня своим видео про доплеровский радар. Оно просто залипательная. Не очень длинная, но интересная. Да, канал еще должен вырасти, у него еще нету даже тысячи подписчиков. Но мне понравилась идея и техническая грамотность контента на этом канале. Его можно очень неплохо прокачать по подаче, по оформлению. Я думаю, Александр этим займется, по крайней мере, мне этого очень хотелось. Но пока я с удовольствием отдаю ему место, железо рулит. Uh, еще один канал, который уже очень-очень немаленький по меркам IT Ютуба. Этот канал победа побеждает в номинации ⁇ Ламповый парень ⁇ Я говорю про канал Леши Карепанова. Офигенный канал разговорного стиля, где человек, автор канала Алексей, разговаривает и рассказывает об IT, о зарплатах в IT, о том, на что обратить внимание. И делает это настолько няшно, лампово, что его невозможно не слушать. Поэтому ламповый парень года – это Алексей Карипанов. Ну и еще один человек, который попал в этом году сразу в две рубрики. В рубрику в рубрику Шмагла и семья рулит. Это Senior Software Vlogger. Его ролик про то, что работа ⁇ это не семья, и про то, как некоторые работодатели пытаются делать практически а, семейные установки на бизнесе и на работе, с, и влиять на разработчиков. Он просто залипательно офигительный. Этот ролик мне... Понравился, и судя по просмотрам, понравился не только мне. Поэтому я не могу не отметить, что Дима в этом году сделал серьезный рывок, пробил 100 тысяч отметку, попал в рубрику ⁇ Шмагла ⁇ и ⁇ Семья рулит ⁇ Ну и, наконец, последняя награда ⁇ награда золотой. Сойер. В моем понимании победить должен был канал MJC, потому что именно он мне показался технически грамотным и классным. И, по крайней мере, для меня ничего лучше в этом году на российском ютубе не было. А, но, но в голосовании победил другой канал. Это канал P-Lounge. И мне понравилось то, насколько его автор старается и двигается вперед. И там было действительно очень драматичное противостояние канала Miracle Six и P-Lounge. Они то догоняли, то обгоняли друг друга. В конечном итоге победил P-Lounge, с чем я его и поздравляю. Ну а на этом все. Спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.